что получилось, что не получилось, кто-то момент это ввели в счете, но, конечно, что там перелом какой-то произошел. С чем связано? Наверное, удалились маневры, получилось. Ниже слева пустили. Наверное, потом пытались все-таки выиграть. Нарвались на еще одну контратаку. Не знаю, в целом, мне кажется, со стороны, наверное, такая игра интересная, мне кажется, была. Должна была понравиться третьей полностью, мне кажется. Все-таки ну, тяжелая игра, четвертая подряд за 4 дня. Ребята очень тяжело, очень выжили. Плюс у нас, конечно, немножко есть вот за эти новые игроков, поэтому не совсем оптимальный состав. Ну, второе место, оно понятно, вторым местом, но какое-то удовлетворение все равно, у нас команда есть. Ну, нельзя проиграть, в лучшем удовлетворении. Ну, то есть все равно какие-то в будущем отразите ошибки. Ну, конечно, будем корректировать, будем работать по ошибкам. Все расскажут, покажут, все, что делали. А как вообще оцениваете соперника? Ну, давно с ними играем, по-моему, что-то как-то пока сложновато у нас не получается, но я думаю, надеюсь, что будет лучше. Короче, вы дебютировали в качестве капитана, как потом? Это его пока, его. Все равно сегодня в качестве капитана. Ну, давайте. Ну, так получилось, не знаю, видимо, самый взрослый я был на тот момент. Из всех нетравмированных, которые были. Какую-то ответственность сегодня почувствовали все равно? Ну, это не сегодня, но как бы непривычно, конечно, да. Ответственность большая, да. Результат как бы, ну, не знаю, что-то опять себе надо. Спасибо, удачи. Спасибо.